Всем привет! Сегодня слушаем радио Тапок. Песня будет называться «Курская битва». Прежде чем начать прослушивание этой песни, я передаю большой привет и огромное спасибо и благодарность Элис, Арни, Диме Зайцеву, Фараону, Егору Плотникову из Барнаула, Яне и Майклу Джексону. Как он себя назвал. Ребят, еще раз большое вам спасибо за помощь. Так, слушаем, включаю. Фашистишин идет. Вглубь нашей Родины идет нацистский марш. Армия фашистов клином шла вперед. Войско тысяч танков с крестами на броне гордо продвигалось к нашей западне. Правильно, западня, им тут было козлам. Залезли из кабин, экипажи танков шли на километры мин. Легкая прогулка превратилась в ад. Наш капкан захлопнут, и мне пути назад. Конец близок к этой войне, и вскоре падет Третий рейх. Россия пылает в огне, но мы возьмем верх. Вглубь нашей Родины нацистский марш. Враг обреченных вскоре гнев познает наш. Вместе плечом к плечу вступим в смертный бой, в битву с фашистами под Курскою. Ребят, простите, не могу себя держать. На Курской битве мой папа потерял почти обе руки. Одну совсем оторвал сразу гранаты, а вторую остался без всех пальцев. Прохоровка помнит, помнит рус... Сейчас пуля пролетела. Может, она и была предназначена моему отцу. Русские сыны, как ценой больших потерь мы повернули ход войны. Сотни тысяч воинов под Курском полегли, изгоняя немцев прочь нашей земли. Измотав врага, мы нанесли контрудар. Фашистов охватил пожар. Немцы, осознав крах плана цитадель, убегали прочь, не достигнув цели. Конец близок к этой войне, и вскоре пойдет Третий рейх. Не плакать, я дочь солдата. Нельзя мне плакать. Россия пылает в огне, но мы возьмем верх. Вглубь нашей Родины идет нацистский марш. Враг обреченный вскоре гнев познает наш. Вместе плечом к плечу вступим в смертный бой. Битву с фашистами под Курской дугой. Вперед, товарищи, в атаку! Матушка Русь, мы гордимся тобой. Братских народов союз вековой. И нашим народом гордимся. Красная армия вновь идет в бой.
Больно смотреть, как солдатик наш. Ой, ребят, сейчас маленько успокоюсь. А отец у меня был корректировщиком вот как раз в этом сражении. Под Прохоровкой он и потерял. Считай обе руки. Господи, как тяжело смотреть. Считай, я свидетель ранения своего отца. Он же видел, как у него руку оторвало. Он в горячке захватил ее и за пояс себе. За шинель заткнул. И подождите. Столько погибло. Русских, простых ребят. Ну, и не только русских. Там воевали украинцы, грузины, армяне, белорусы. Ну, все буквально. Ну, там же дружно все. Мы все дружные были. Все буквально. Благодарю я, ребят, вас. Радио Тапок. Сабатан, спасибо вам огромное до земли поклон за то, что сделали такой клип. Я, можно сказать, побыла сама в этом бою. Из угла смотрела на своего отца. Вот это вот я понимаю, вот это все. Пусть я реву, пусть, но это про моего, про наших родителей, про дедушек, про ваших, про бабушек. Все это на самом деле происходило. И кто этому не верит, тот самый последний гад, кто этому не верит. А это было именно так. Я слышала все из уст победителей, из уст воевавших, действительно воевавших. Понимаете, что я хочу вам сказать и преподнести? Те, кто глазами своими это видел, кто полз на пузе на своем, теряя руки, ноги, а то и все... Сколько у нас в городе было, вот после войны, я помню, на каких-то каталочках ездили. Они были без ног и без рук. Все потеряли. Но отстояли свою родину. Отстояли. Вот что значит наш народ. War Thunder, вам отдельное спасибо за такие крутые кадры. Ведь это вы снимали эти кадры. Вы. Огромный поклон от меня. Ребята, вы не пишите мне, что не надо этот бред слушать. Вот именно это не бред, а вот это надо слушать. Обязательно надо знать историю России. Надо знать, с кем воевала, как воевала, когда воевала и за что воевала. Вот что я вам хочу сказать, дорогие ребята мои, дорогие мои подписчики и дорогие, ну, те, кто просмотрщики, кто просто смотрит. Спасибо вам за все. Спасибо. Ну все, пока. До новых встреч.